Yeah. Yes. Товарищ майор, рядовой Даленко для приведения к военной присяге прибыл. Я, Даниленко Владимир Владимирович, торжественно присягаю на верность своему Отечеству Российской Федерации. Клянусь свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. Клянусь достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и Отечество. Ну, солдат, потому что крайне он не управляюсь применением к военной присяге. Служу Российской Федерации. Дать строй. Есть. Служу Российской Федерации. Есть. Слова присяги, они простые, но в них выражены самые благородные, самые высокие чувства русского человека быть верным воинскому долгу, значит, всеми своими делами и поступками крепить боевую мощь страны, а если потребуется, то и встать на ее защиту. В этот торжественный день горячо и сердечно поздравляю солдат с приведением к военной присяге, а весь личный состав бригады с достойным пополнением. Ребята, вчера еще находившиеся на гражданке, поздравляю вас в первую очередь с этим знаменательным событием. Я уверен, что вы с честью выполните свой долг. Поздравляю всех, всем добра и удачи, всем счастья и всем мира. Поздравительное слово предоставляется ветерану воинской части, майору запаса Железко Юрию Ивановичу. Уважаемые офицеры, прапорщики, сержанты, солдаты, уважаемые гости, родители молодых воинов, от имени ветеранской организации нашей части горячо и сердечно поздравляю молодых воинов с принятием военной присяги, а личный состав части с принятием молодого поколения. Быть защитниками ваших матерей и отцов, защитниками нашей священной земли. Ваше предыдущее поколение оставило мирное небо над головой нам. Будьте достойными защитниками и героями нашего Отечества. Находясь под покровительством Георгия Победоносца и в этом красивейшем месте, в котором вам судьба позволило пребывать в воинской части под патронатом молитвами сурожского святителя Стефана, пусть
каждому из вас будет их благословение. И запомните, что самый лучший помощник вам – это взаимоуважение в части, это добросердечные отношения, это ваша добросовестная работа и те руководители, которые свой опыт передадут вам, научат вас многому, что еще неоднократно пригодится в вашей долгой жизни. Пусть благословение Господне будет на вас, на всех и каждом из вас. Молодцы. Остановились на шагах. Марш!